Подготовим ее к парику. Закроем тельце за перинами. Чтобы не испачкать и не повредить. Очень аккуратно. Заворачиваем. И находим какой-нибудь стаканчик, куда его поставить. Или чашечку. Что-то, в общем, придумаем, чтобы ее поставить. Для того, чтобы сделать волосы куколке, нужны, естественно, волосы. Самый красивый вариант – это ангорская козочка, клей «Кристалл Момент», ножницы, расческа, стек и кусочек кожи, который я сейчас приклею вот сюда на голову и закрою нашу некрасоту, и затем сверху я буду клеить волосы на это. Сейчас я дам высохнуть и затем уже начнем клеить волосы. Показываю стек, это мой любимый для парика. Он очень часто я использую его в лепке. И парики делаю только ним. Начинаем клеить волосы с самого нижнего ряда. Начинаем клеить волосы. Берем небольшую прядь волос, отрезаем. Я покажу это, не знаю, хочу, чтобы вы видели, но весь процесс я показывать не буду. Сейчас начало покажу, и потом уже, когда буду заканчивать. Мы начинаем клеить волосы вот так, нижний ряд, полностью вокруг. И затем закрываем полностью затылок и постепенно оставляем вот этот кругляшок, оставляем сверху. И затем будем заполнять этот кругляшок. То есть вот у меня есть прядь волос. Я делаю ровный край. Наношу туда тонкий слой момента. И приклеиваю по центру снизу. Вот таким образом. То есть клей чуть-чуть, клей чуть-чуть тяну наверх. И вот так получается. Теперь вокруг полностью обклеиваю. Постепенно, ряд за рядом.
Да. О чем я совсем забыла, так это о проборе. От этой дырочки нужно вырезать вот такой проборчик, в который мы потом заправим волосы. Я сейчас его вырежу и затем закрою герметично акриловой краской. То есть вот так нам нужно его вырезать, не до самой линии роста волос, а вот сделать такую как бы воронку. Вот такую. Вот отсюда до сюда. Мне просто неудобно сейчас снимать видео и делать, но я вам показала, где делать, сейчас сделаю тоже.
Заклеена уже практически до пробора. Вот пробор. Сейчас нужно заклеить вот с этой стороны до пробора. Я не знаю, как удастся ли мне это сделать, чтобы это было видно и не закрыть руками. Ну вот сейчас я беру 5 волос, снова отрезаю, подравниваю, наношу тонкий слой клея. Равняю краешек. Вот так. Слой клея. Носик периодически надо чистить, он пачкается. Вот слой клея тоненький, небольшой. И прикладываю. Приближаюсь к пробору, и потом также точно я это сделаю в пробор. То есть сейчас максимально возле пробора, и затем пробор. Ну что, теперь осталось мне только пошить ей шортики или юбочку, еще не знаю. И все, на этом наш мастер-класс закончился. Я надеюсь, вы много для себя узнали, полезного, нового, интересного. Я надеюсь, что тот, кто себя попробовал, у кого получилось, кому понравилось, может идти дальше, развиваться, учиться у лучших мастеров, идти на живые мастер-классы, потому что без живых мастер-классов роста вашего не будет. То есть у вас была возможность на этом мастер-классе попробовать себя, попробовать свои возможности, попробовать, нравится вам это или нет, попробовать, нравится вам материал или нет. И если да, и на самом деле это ваше, и это доставляет радость вам, и вы можете радоваться сами и дарить радости вокруг себя, это для этого все это было. Я очень люблю то, что я делаю, и мне хочется делиться с миром, делиться радостью, делиться любовью. И если вы это можете, вы это делаете, вы никогда не сделаете, как я, а я никогда не сделаю так, как вы сделаете это обязательно по-своему, а я по-своему, вы что-то можете принести в этот мир доброе, теплое, светлое. Дарите, дарите себе, дарите окружающим, пусть это будет даже ваше просто хобби. Пусть это будут даже просто подарки вашим близким, но то, что сделано руками, это сделано с душой, это сделано от всего сердца, и это самый лучший подарок. Я желаю вам удачи, и я желаю вам любви, и всем вам я желаю здоровья. Будьте счастливы, любимы, здоровы. И я жду готовые работы, я жду готовых ангелочков у себя, фотографии. И я, как обещала, проведу розыгрыш между теми, кто мне пришлет работы свои, готовые работы. То есть вы попробовали себя, и вам это нравится. И я вскоре устрою розыгрыш. Это будет бесплатный онлайн-курс по шарнирной кукле. То есть одно место я разыграю рандомно. Я еще не придумала, я обязательно об этом объявлю на своей странице в Инстаграме. Когда будет проходить розыгрыш от вас, я жду фотографий готовых куколок и жду отзывов о своем мастер-классе. Пишите, пожалуйста, мне будет приятно.
Если я смогла быть полезной и нужной для вас. Всего хорошего.